Здравствуй. Значит, какая проблема? Купил вот такую свастику. Единственное, что подошла, МВидео. МВидео лучшее детям для по совету друзей для как ее для мясорубки. Нож для шнека. С собой взял вот такую дрянь советской старой мясорубки. Сколько я его не точил, толку нет. Он все равно мнет и ничего не режет. Особенно свинину. Сравнивал вот так. Подойдет, не подойдет. И тоже можете пригодиться. В общем, не знаешь же, подойдет, не подойдет. Вот так примерно прикладываешь, смотришь. Вроде вот так совпадает, да? Может будет болтаться, но скорее всего не будет. И по диаметру. Как это, по сечению, или как это сказать. Вот тут мы видим, что диаметр тоже совпадает и у этой свастики, и у этой звездочки. Вот она, старая забытая вещь. Бесполезность многогодняя. Тут в шнек штырь у меня вбит. Так я его и не вынул. Хрен его вынешь. Пробовал из нее электромясорубку сделать. Но это дело сложное. Так, ну что, давай пробовать. Тоже нож уже стоит заранее. Тоже точеный, переточеный. Он аж блестит. И острый. Видишь, какой острый. А почему она не... Не режет, непонятно. Сейчас попробуем. Фирма у нас Залман. Все, убежал. Я даже толком не помню, какой стороной. Вот так, наверное. В комментах напиши. Подходит? Абсолютно. Абсолютно. Так. Вот он резать. Родной нож. Ты где? Пытается, наверное, так же, да? Вот родной нож, он прямо трет. А этот нет. Этот мимо смысла. Толщину забыл уточнить. Значит, надо что-то придумывать, чтобы была здесь толщина. Какую-то гайку ставить, натягивать. Ах, жаль. Ну, в общем, потраченное бабло. 350 рублей. Хотя, может, что-нибудь там и порежет. Не знаю. Я. Так. Гитлер капот, вернее. Ну, давай. Болтается. Ну и тут не идет тоже. Свастика сраная застряла. Той. Будем изобретать какой-нибудь колхоз Победы. Что-нибудь придумаем. Не помню я, как квадрат вырезать. Сейчас. Так, немножко помучился, совсем немножко. Ну, в общем, сейчас они уже хрен снимешь, тут вот не видно. В общем, я замерил штангель-циркулем вот эту вот свастику и звездочку родную. В общем, разница была где-то 4,5 миллиметра. Вот, и я такими вот
Не стал ничего заморачиваться, просто взял шайбочки подходящего диаметра. Смотри, как идеально под шнек они подходят. Ну, это большая шайба, ну, вот у меня было две таких маленьких. Вот она была круглая, тут, как видишь, квадрат, переход на квадрат. Их просто вот так ставишь какой-нибудь трубкой и по ней молотком набиваешь. Все, и она садится. Потом их снять, пошлифовать чуть-чуть выпрямить и на место поставить. Вот тут примерно 4,5 миллиметра есть. Тут у меня вот внизу я поставил резиновую прокладку от газовой колонки, по-моему. Обычную сантехническую, по-моему. Так, ну и две такие обычные шайбы. Вот. Сейчас вот ставим свастику и... Так, вот она как раз выходит за подлицо. Прямо идеально. Надеюсь, все получится. Я понятия вообще в этих мясорубках не имею. Не знаю, как оно должно быть. Даже не уверен, что я правильно звездочку поставил. Но по логике... Ножи должны быть вот здесь. Как бы вот здесь идет мясо, и оно режется. С одной стороны нож, у ножа должен быть упор. Принцип гильотины. То есть гильотина — это когда вот так вот. И также вот идет нож, оп, вот эту решетку. Срезает, попадает мясо и тонко-тонко нарезает. Так, будем проверять. Может, одну шайбу снять придется. Понятия не имею. Она идет очень туго. Так, по-моему, правильно, свастика, вот она, на срез. Так, вот такой вот. Попробуем из нее что-нибудь намутить. Шнек уходит потихоньку, но это в любом случае. Прям чувствуется, как нож трет об решетку. Ну вот этот фарш, он не пропадет. Я его... Добавлю грудку, разморожу, добавлю его в грудку, может, туда картофеля подмешаю. И, кстати, капусту. На котлеты должно прокатить. О. О чем это видео? Это видео о том, как я на старую советскую мясорубку купил новый современный нож в видео и как я его подогнал, чтобы он подходил. Подходит круто. Родные ножи, которые я задолбался точить, не рубили мясо, а, как это сказать, мяли. Заминалось, например, на каком-нибудь мясе, на свинине, даже на картофеле. Она заминалась, начинала крутить впустую, и ее приходилось постоянно каждые 5 минут разбирать и чистить. И там вот здесь вот собиралась такой лаваш. Вот. Сейчас вот такого я не замечаю. Конечно, свинину я еще не пробовал. Она замороженная, разморозится через несколько лет, если ее на батарею поставить. Вот. Ну, оставлю сегодня в тепле куриную грудку, тоже замороженную. До утра может разморозиться. Так, надо еще лук. Ну, я, короче, буду снимать сейчас видео. Кончится и... На этом, наверное, все. Пока не видно фарш. Вот он, фарш, все нормально перемалывает, решетка стоит маленькая. Ну все, на этом, наверное, и до свидания.